Согласно статистике, численность населения нашего города растет в основном за счет внутренних и внешних миграций. Сюда едут в поисках работы, за новыми перспективами и возможностями, и каждому необходим свой угол. Чтобы решить жилищный вопрос, можно встать на очередь, получить комнату в общежитии или потеснить родственников. Но есть еще один вариант – это арендное жилье. Еще в 2013 году в нашем городе появился первый арендный дом, а год назад таких домов было уже 4. Чтобы узнать ситуацию на текущий момент, мы обратились к заместителю начальника отдела строительства Брестского горисполкома Вадиму Панасюку. Вадим Александрович, скажите, как изменилась ситуация за год? Что, в принципе, чем мы можем порадовать брестчан? В Бресте сдался еще один дом в августе месяце. Грюнвальская 12, 80-квартирный, который полностью сформировался как арендное жилье. Заселился в прошлом году. Тоже полностью. И в нем у нас 60% по общим основаниям, все остальные как нечередники. Скажите, во сколько сегодня по стоимости оценивается метр квадратный арендного жилья? В соответствии с законодательством у нас меняется только при изменении базовой ставки. Базовая ставка, как известно, изменилась. Соответственно, в настоящее время за метр квадратный жилья по общей группе 4,79 рубля. Какие категории имеют первоочередное право на получение арендного жилья? Молодые специалисты, работники культуры. В прошлом году добавились еще сотрудники здравоохранения, то есть не только специалисты молодые, которые были до этого, но еще и работники учреждений здравоохранения. Стоит отметить, что в этом случае у работника системы здравоохранения должен быть заключен контракт с нанимателем по месту работы сроком на 5 лет. При рассмотрении заявлений первоочередное право имеют тот, кто раньше стал на учет нуждающихся. Соответственно, если человек подал заявление и он состоит на учете нуждающихся с ранней даты, чем все остальные, соответственно, он и получит. Даже если он заявление написал самый последний, скажем, то есть тут прерогатива. Постановка на учет нуждающихся. Если уже нет никого, так скажем, никто не написал заявление, кто стоит на учете, соответственно, мы уже это жилье будем рассматривать, предоставление как тем, кто не стоит на учете. Спрос на арендное жилье остается на стабильно высоком уровне. Так, на 4 квартиры, которые рекламируют горисполком, подали заявление 50 человек. Основной же фонд арендного жилья располагается в новостройках так называемых заречных районов. На обслуживании ЖС номер 12 находится 737 арендных квартир. На данный момент 4 арендных дома у нас находятся на улице Рябинова, это 11, 19, 39, 43 номер домов. И на Грюнвальской 12А это 10-этажный панельный дом с улучшенной планировкой. Там только квартиры однокомнатные и двухкомнатные, полностью оборудованы электроплитами и с улучшенной планировкой. Площадь двухкомнатных квартир 65 метров. Я считаю, это достаточно хорошая планировка, почти как трехкомнатная обыкновенная. А однокомнатная 45 метров. Спрос высок из-за того, что с нанимателем заключается договор аренды. И в этом случае ближайшие 5 лет жильцу можно не беспокоиться. Не последнюю роль играет и стоимость квартир. Примерно, если так посчитать, то однокомнатная квартира, арендная плата за месяц выходит 216 рублей, 220. А двухкомнатная выходит 260. Кому не повезет в 2022-м, не стоит отчаиваться, ведь согласно планам, в Бресте будет появляться по одному арендному дому в год. А вот на выкуп пока рассчитывать не приходится. В отделе строительства Брестского горисполкома эту информацию назвали преждевременной.